Всем привет! Делаю видеообзор трехспальной виллы в районе Мэна. Классная вилла, свеженькая, ухоженная. Давайте смотреть по порядку. Нахожусь в гостиной. Гостиная выглядит очень приятно. Есть коврик, есть диванчик вот такой. Большой телевизор. Степень его современности не могу сказать. Вижу, что коммутация USB, HDMI присутствует. Цветочки, все мило, все хорошо. Мне нравится. Есть также здесь рабочий стол. Вы можете работать. Видим, как выполнено... Сама вилла, много предметов интерьера, это очень приятно. Давайте смотреть дальше. Смотрим, есть обеденный стол, также выглядит хорошо. Есть три стула. И давайте посмотрим спальни. Так, первая спальня. Первая спальня выглядит хорошо. Мне нравится, все чистенько, все приятно. Большая двуспальная кровать. Есть полочки, кондиционер. Такие вот шторы, прикроватные тумбочки. Все здорово. Также есть такой вот шкаф, куча полочек с этой стороны, и вот здесь висят вешалки. У этой спальни есть санузел. Санузел тоже нареканий не вызывает, неприятных запахов нет. Есть такая ванная, есть унитаз, раковина, все на месте, полочки, полотенца присутствуют, все здорово. Так, давайте смотреть следующую спальню. Следующая спальня большая, можно сказать, мастер-бедрум. Здесь большая двуспальная кровать, видим опять коврики, пуфики, картины. Это замечательно. У этой спальни есть также большой вместительный шкаф. Угу, замечательно. У этой спальни есть свой выход во двор. Видим, во дворе есть батут детский. И вот такая маленькая террасочка. Также у этой спальни, отмечу, есть санузел. Так, санузел также выглядит хорошо. Все на месте. Единственное, что, может быть, не хватает поддона, но душевая зона выполнена хорошо. Нескользящая плитка, слив под душем. Все на месте. Видим окна, полотенца. Все хорошо, мне нравится. Хорошая сантехника. И давайте посмотрим дальше. Перемещаемся плавно в зону обеденную. Что здесь еще есть? Есть маленький холодильник, есть микроволновая печь, есть вот такая вот тумба под всякие принадлежности. И мы еще заглянем еще в одну спальню. В этой спальне также все на уровне. Двухспальная кровать большая, аналогичный шкаф, прикроватные тумбочки. Все мило, все приятно, мне нравится, здесь очень уютно. И у этой спальни также есть свой санузел. Санузел выполнен хорошо, все свеженькое. Тропический душ, полочки, унитаз. И вот здесь находится раковина с зеркалом. Да, кстати, есть еще зеркало во весь рост. Так. Ну, давайте все-таки дойдем до кухни. А, еще видим, есть дополнительный гостевой санузел, так скажем. Он имеет душ. Вот здесь зона душа выполнена более грамотно. Есть поддон, есть перегородка, полочки и непосредственно сам нагреватель. Есть вытяжка. Все на месте, все хорошо. Так, здесь вот есть кухня. Первая кухня. Отмечу, что их две. Что здесь есть? Раковина, сушилка для посуды, есть электроплита, точнее индукционная плита, газовая плита вот здесь, есть вытяжка, это хорошо. И переместимся во вторую кухню. Также здесь отмечу, что вот такая барная стойка с зеркалом. Есть, кстати, бутербродница, ростер. Вы можете готовить утром бутерброды. И вот вторая часть кухни. Хозяева здесь закупили, так хорошо укомплектовали. Они поставили вот новый духовой шкаф. Есть дополнительная еще 4-комфорочная электроплита, вытяжка. Также есть стиральная машина. Супер. Все выглядит очень хорошо. И касаемо посуды, сразу хочу сказать, я уже проверил все. Здесь полный порядок. Есть даже вот бутербродницы, тостеры вот они сейчас купили. Также двухкамерный хороший холодильник большой. Ну и давайте посмотрим, как выглядит территория. Да, еще раз посмотрим
с этого ракурса, как выглядит вилла. Все здорово. И вот здесь, видим, есть такое место с креслицами. Здесь дополнительная скамья, то есть это вот место отдыха и, так скажем, лаунж-зона. Что отмечу? Хороший дворик. Здесь закрываются ворота, то есть вы будете чувствовать себя в полной безопасности. Есть место для парковки. Так, давайте посмотрим, как выглядит дворик дальше. За домом есть очень интересный такой уголок. Здесь есть джакузи, есть лежачок, тут вот находится большое зеркало. Все очень классно выполнено, мне нравится. Тут еще дополнительная раковина, барные стульчики. И все замечательно, все здорово. Приятная плитка нескользящая. Это круто. В остальном все хорошо. Мне очень нравится эта вилла. Она очень уютная. Все сделано по уму и для продолжительного долгого проживания. Здесь есть все необходимое. Рекомендую обратить внимание на эту виллу. Она оставляет приятное впечатление. Актуальные цены смотрите у нас по описаниям и на сайте. Всем спасибо за внимание. Всем пока.